Привет, друзья, на связи снова канал С нами живые выехали. Сегодня вторник и будет дайджест по следам последних важных новостей и событий. Где-то я их, как обычно, подсвечу, а где-то попытаюсь прокомментировать. А больше недели прошло с разрушительных землетрясений в Турции и Сирии. И уже число погибших превысило 33 тысячи, и это не окончательная цифра. Опять же, под завалами могут находиться еще тысячи людей. Костанцы несколько дней в режиме реального времени следили за попыткой спасти нескольких наших соотечественников, которые перестали выходить на связь. Среди них был известный IT-предприниматель, международный агент технопарка Астанахат Мирбалат Курмашев. Его родственники и друзья вылетели в турцию информировали о ходе поиска в социальных сетях история закончилась печально параллельно с этим мне было интересно посмотреть за реакцией казанских властей на эту трагедию будут ли попытки начать делать что-то превентивно хотя бы выводы из чужих ошибок опять же как бы цинично это не звучало за эти несколько дней нас с вами попытались чуть успокоить, попробую объяснить, рассказать, как именно. Самая актуальная новость это ЧП в Петропавловске. Вчера ученик 9 класса школы номер 4 принес учебное заведение нож и топор и напал на старшеклассников. В итоге, по неподтвержденным данным, двое находятся в детской больнице с ранами головы и предплечья, а еще одному ребенку была оказана медицинская помощь на месте. Позже появилась информация, что нападавший состоит на психиатрическом учете. Вы можете помнить, что мне эта тема близка. Вот были выпуски про подростковые суициды и проблемы с оказанием бесплатной квалифицированной помощи подросткам. Есть что сказать по этому инциденту в Петропавловске. И еще нас не отпускает. Позавчера журналист Сахат Ниязов с канала «Обожаю» опубликовал у себя в телеге фото и видео из этого города о том, как люди продолжают выживать в эту зиму после той катастрофы на ТЭЦ и теплосетях, которая не являлась катастрофой по версии заместителя премьер-министра Казахстана Романа Скляра. Выборы в Мажилис и Маслихаты по-прежнему вроде как главный инфоповод последних и тем более ближайших недель. Но тут у меня будет даже не новость, а скорее вопрос к вам. Это уже в конце. Но ну еще очень коротко про льготное автокредитование программа программу из за которых разгорели скандалы тоже будет, но коротко объясню почему. Поехали. Пару лет назад у нас был выпуск про дистанционку в школах о том, как ее пережили учителя, ученики и их родители. Спойлер очень плохо. Несмотря на то, что система образования готовили к онлайн-обучению несколько лет и вкладывали миллиарды тенге, проверку на прочность эти системы не прошли. Сломалось все, что могло сломаться, в том числе и интернет. В итоге дистанционка по большей части свелась к whatsapp и редким созвоном по зуму. Заметно лучше себя ощущали частные заведения, например, ниш, то есть Назарбаев интеллектуальные школы. У них и техническое оснащение оказалось лучше, и сама система обучения более гибкой, да и в общении с учениками ощущалась большая разница. Не хочу никого дискретировать, но сложилось впечатление, что у ребят с ниш какое-то другое, более широкое мировоззрение и более смелые амбиции. Понятно, что дело как раз таки в самой школе и в окружении. В нее очень сложно попасть, так как принимают туда в основном одаренных детей. В Алматы, в Астане, конкуренция дикая. На одно место претендуют порядка 15-18 детей. У нас в некоторые Вуза на грант поступить проще. Причем подготовку к поступлению нужно начинать заранее, как минимум за год, то есть в пятом классе. Поэтому сегодняшней рекомендации я расскажу про образовательный центр i+. Он как раз специализируется на подготовке к поступлению в ниш, РФМШ и КТЛ. В i+, гордятся тем, что половина поступивших учеников в ниш прошла подготовку именно в этом центре, и они регулярно показывают лучшие результаты на тестировании. Там все прям серьезно. В центре имеется свой отдел разработки учебных материалов. Постоянно проводятся тренинги по психологии детей и даже по эмоциональному интеллекту. Также в i+, работает менторский отдел, где с детьми беседуют, дают им необходимую поддержку, обсуждают с родителями все аспекты развития ребенка. Плюс ко всему менторы ежегодно выезжают в ниш в период проведения экзаменов, чтобы оказать психологическую помощь перед тестом. Кстати, о тесте. Вот для того, чтобы оценить шансы ребенка на поступление и узнать, какие предметы ему нужно потянуть в первую очередь, можно пройти бесплатный пробный тест. Ссылка есть в описании под видео. Сначала попробую вкратце рассказать хронологию того, как проходили работы по спасению людей из-под завала, в том числе и граждан Казахстана. В первый же день МИД Казахстана поспешил заверить, что казахстанцев среди погибших и пострадавших в результате землетрясения в Турции и Сирии нет. Официальный представитель МИДа Айбек заявлял, что обращение от граждан Казахстана за помощью не поступало. Но позже выяснилось, что несколько казанцев перестали выходить на связь с родными. Среди них был Эмир Курмашев, международный агент технопарка Астанахаб. По словам его брата Алмата Курмашева, на момент землетрясения он находился с коллегами в турецкой провинции Хатай. Вместе с ним были Адиль Кадырбеков и Сабина Мамадиярова. А сам Алмат вылетел в Турцию, чтобы помогать спасателям, и большую часть информации все СМИ получали от него. К слову, в Турцию также прибыли две группы казанских спасателей. Всего в эти дни им удалось извлечь из руин семерых выживших и 39 погибших. Первой хорошей новостью стало то, что Сабину Мадиярову нашли живой живой, под завалами, она провела там два дня, у девушки оказалась сломана рука, но в целом для нее закончилось все хорошо. А вот Мирбату Курмашева и Адилька Дербекова спасти не удалось, их тела спасатели извлекли из-под обломков 10 февраля, то есть спустя 4 дня после землетрясения. Также стало еще известно, что еще одна казахстанка числится пропавшей без вести, ее тело также было найдено 10 февраля, а прибывшие из Алматы родственники опознали ее как же наших Шексубекову. Все тела погибших казахстанцев уже доставлены на родину, семьям и близким соболезным. Так вот по поводу того, как нас с вами успокаивали, тут я буду цитировать часть публикации канала КТК, тем более, что они собрали сразу нескольких нужных спикеров. Сначала Аким Алматы, Ербулат Досаев. Он периодически проводит встречи с населением в разных районах города, и вот что он сказал в ответ на вопрос, почему сейсмика не учитывается в новом генеральном плане. Статом. Мы в этом году начинаем, во второй половине. Замет получается этот год и следующий. Новый сейсмо-аудит города. Появились новые технические разломы, которые были в 2020 году. В 2021 году указаны на карте. Поэтому в генеральном плане все необходимые требования по сейсмотребованиям учтены. Все, что выше Абая, 10 баллов. Все, что ниже Абая, есть зоны 10 и 9 баллов Весь город у нас. Конец цитаты. Еще есть комментарий Виктории Тен. Это заместитель президента Ассоциации застройщиков Казахстана. На сегодня у нас действуют строительные правила, которые были утверждены в 2017 году строительство в сейсмических зонах. Соответственно, этими правилами предусмотрен основной порядок подбора площадок, исследования грунтов, непосредственно порядок, связанный с устройством фундаментов и так далее. Здесь ее цитата заканчивается, идет уже вероятный перевод в косвенную речь от журналистов КТК. Соблюдение правил при строительстве под контролем. Но иногда, уже после введения в эксплуатацию, жильцы многоэтажек самовольно демонтируют несущие конструкции. Это может привести к разрушению во время подземных толчков. Отследить незаконные перепланировки сложно, говорят архитекторы. Конец цитаты. У меня, да, есть вопросы к этой фразе соблюдения правил при строительстве под контролем. Это журналистки вроде как текст, они принимают статы, поэтому за нее спросить не у кого. Почему я цепляюсь за это? Ну, потому что возвращаюсь к нашему последнему выпуску о том, выдержит ли Алматы серьезное землетрясение. И там один из ключевых вопросов ⁇ это как раз таки контроль за соблюдением правил при строительстве. Как мы поняли, контроль чаще всего обеспечивается самим застройщиком. И тут как бы возникает, ну не знаю как это назвать, конфликт интересов, когда пчелы против меня меня вот пока чуть-чуть все это успокоение не устраивает, как будто бы хочется полной прозрачной ревизии всего, что с возможными нарушениями строилось при предыдущих акимах. Если акимат Алматы или ассоциация застройщиков Казахстана готовы прокомментировать этот момент вот с контролем за строительством с удовольствием найдем площадку. Ну и в две новости по следам трагедии в Турции, которые мне кажется важным подсветить. Через несколько дней после трагедии в аэропорту Стамбула задержали главного архитектора жилого комплекса, что был полностью разрушен в результате подземных толчков в провинции Хатай. Задержали его в аэропорту Стамбула с крупной суммой денег и билетом в Черногорию. Это была первая новость, но еще по сетям гуляет вторая, судя по всему она не фейк. В той же провинции Хатай есть город Эрзин, где проживает более 40 тысяч человек. Так вот, этот город не пострадал, здания там не разрушились. Как объяснил этот феномен мэр города Окешер Сугул он просто не разрешал строить без лицензии с нарушениями. Цитата Стенгрей. У меня есть четкие представления в этом вопросе. Никакого незаконного строительства. Разумеется, люди всегда находят способ строить без разрешений надзора. Но даже если это невозможно предотвратить на 100%, можно сократить размах. Я не пошел на компромисс, это стоило мне ссоры со множеством людей. Зато моя совесть чиста, сказал Эль Соглу. Да-да, в комментариях есть логичные вопросы, мол, мэру всего 44 года, и, разумеется, город не построен с нуля при нем. Мол, просто, может быть, повезло, а мэр просто пиарится. Но все равно, когда говорят, что застраховаться от землетрясения невозможно, технологии предсказания нет, а вот как в нашем случае, оказывается, еще и жильцы бывают виноваты, незаконную перепланировку устраивают, мне хочется приводить вот в пику этот кейс. Окей, от всего застраховаться невозможно, и 10 баллов вряд ли какой город мира переживет, как не строй, но не пили бабки на выдачу разрешения на строительство, не строй, на каждом свободном пятачке человекники, жертв точно будет меньше и совесть будет чиста. Да, согласен, призывать к совести это какая-то наивная утопия, но если поиграть в реал-политику, вот скоро начинается предвыборная агитация кто там самодвиженцы или партии, забирайте себе вот в программу, включайте тотальную независимую от государства и застройщиков ревизию всех зданий в Алматы, например, цель устойчивости, и получайте бонусы в виде общественной поддержки и голосов, если вдруг представить, что выборы не будут нарисованными. Ну ладно, об этом еще будет дальше. Теперь Петропавловск. Ну, собственно, все, что было известно о ЧП, я уже озвучил в первой части выпуска. В Министерстве просвещения есть у нас такое с недавних пор. Уже сообщили, что создана комиссия, и теперь во всех школах Казахстана проведут внеочередную проверку безопасности. При этом еще в марте прошлого года была утверждена инструкция по организации антитеррористической защиты объектов уязвимых в террористическом отношении, осуществляющих деятельность сферы образования и науки. При этом же отмечается, что в школе, где вчера было совершено нападение, установлены камеры видеонаблюдения и есть тревожная кнопка, а другие обстоятельства пока вот устанавливаются. Видеокамеры тревожная кнопка, как мы видим, не помешали девятикласснику напасть на других учеников. И да, судя по сообщениям в СМИ, обязательно нападавшего тоже кто-то из учеников, а не охранник. Вообще не нужно быть фангой, чтобы предсказать, какие действия сейчас будут. Вот проверка, да, ее уже обозначили. Администрацию школы наверняка накажут, если выяснится, что камеры не работали или охранника не было на месте. Успокоительный список действий довольно стандартный. Вы можете помнить, что 4 года назад в Таразе был жуткий случай. 12-летнюю девочку изнасиловал педофил, которого, между прочим, зафиксировали камеры. И да, преступление было совершено в уличном туалете школы то я тогда поручил уволить Акима Города, ну и да, небезызвестный вам, и вроде как сейчас безработный Даурен Абаев, главный тот момент Министерства информации и общественного развития, пообещал, что во всех школах Казахстана установят камеры. А вот в августе прошлого года, спустя три года после того случая, в Минпросвещении заявили, что несмотря на отчеты о стопроцентном оснащении школ камерами, не все они работают, не все подключены к центрам оперативного управления. Я а к чему это? А к тому, что после ЧП традиционно будет шум, виновных наказать, усилить бдительность. А через какое-то время, думаю, буквально через пару недель уровень бдительности сойдет на нет, так это обычно работает. Еще из успокоительного списка то, что вы наверняка услышите от ответственных лиц, это то, что интернет во всем виноват уже высказывают предположение, мол, подросток выполнил задание какой-то жуткой игры. Наверняка и дальше будут призывы запретить или ограничить пользование интернетом для подростков, запретить реализацию в Казахстане жестоких видеоигр и так далее. Вот вы сопротивлялись закону защитить детей от кибербуллинга, в итоге его протащили в сильно ограниченном варианте, вот смотрите последствия. Это я предсказываю, что мы можем с вами услышать и все эти аргументы как несостоятельные, мы помните, уже разбирались с Михаилом Смитским, психологом-суицидологом. А вот то, что мы вряд ли услышим в ближайшее время по мотивам этого ЧП, так это то, что фундаментально в вопросе оказания бесплатной, качественной психологическая помощь подросткам ничего не меняется. По-прежнему, насколько я знаю, вузы выпускают школьных психологов с крайне невысоким уровнем знаний. Потом у этих школьных психологов дикая загрузка. Нередко один специалист на тысячу детей и больше. Низкие зарплаты, соответственно, высокая текучка. Специалисты должны в моем идеальном мире постоянно работать с ними в школах, тестировать, анализировать их состояние, оказывать помощь, а если есть серьезные симптомы, направлять детей и подростков к специалистам дальше. Я оставлю в описании или подсказка, прикреплю наши выпуски на эту тему, будет время посмотреть, там об этом подробнее. Tchau. Ah! Ah! Экибастус. Иногда очень полезно кидаться камнями в романа Скляра это образное выражение. Почему в него а не в Клебанова, владельца ТЭЦ или в новых старых Акимов? В них тоже очень нужно, но со Скляром, да, немного личная история. Это его заместитель и премьер министр отправляли в Экибастус контролировать ход ликвидации ЧП, и он же должен был находиться в этом городе, пока все не починят. но уехал, как мы помним, раньше. И это он заявлял, что блогеры дали искаженную картину происходящего, и никакой вселенской катастрофы не было. Поэтому, да, Роман Васильевич, держите. Что продолжает происходить в городе, судя по фото и видео с Хадньязовой, потому потому что нам присылают тоже в личку. Проблемы с давлением в трубах остаются актуальными. Если за окном минус 5, а ночью минус 10, то терпимо. Если падает температура ниже, то капец. Батареи не дают нужного тепла. Люди греются электрическими обогревателями, и сети не выдерживают нагрузки, горят щитки. Несколько дней назад генеральный директор Павлодара Энерго Вадим Лесин признался, что теплоснабжения в городе не смогут наладить до конца топительного сезона. Это все еще не катастрофа, Роман Васильевич. Цитата публикации Павлодар Ньюс с комментарием Лесина. На пресс-конференции в региональной службе коммуникации представитель монополиста подчеркнул, что состояние котла агрегатов, особенно водогрейных, не позволяет выдавать стабильные температурные параметры. В связи с этим выдаются пониженные параметры, и такая ситуация прогнозируется до конца отопительного сезона, заявил он. Мы устранили прорывы в сетях, которые были во время режима ЧС. Работаем над улучшением показателей. Но грязь с магистральных сетей попала в котлоагрегаты, что нарушило циркуляцию экранных поверхностей. По словам Вадима Лесина, весь январь персонал ТЭЦ и привлеченные подрядчики занимались стабилизацией работы станции. Стабильные параметры выдавать удавалось всего 6 дней. На ТЭЦ работает около 120 человек круглосуточно. Это было 8 февраля. Потом Роман Скляр приехал в Гибастус, отчитал Лесина за хреновую работу, его уволили. Не Скляра, а Лесина. И вчера вот таким области Саин Байханов сказал, что нет, Лесин был не прав и решить вопрос нормальной работы ТЭЦ будет возможно, но потребуется всего дней 10, ну то есть примерно до весны. И все это время мы наблюдаем еще стыдную историю с тем, как пытаются пересчитать, вот сколько же должны платить жители Гибастуса за тепло и электроэнергию. За тепло, что логично, какой-то пересчет сделали. Но да, вместо трех 5 тысяч тенге за свет в эти месяцы жителям стало прилетать квитанции на 10-15 тысяч тысяч и больше. И как это компенсировать, пересчитывать? Вот большие дяденьки в кабинетах еще только думают. Льготное автокредитование и 2025 Мы подсвечивали тему у себя в сетях, в инсте и в телеге. Наверняка большинство из вас в курсе. По авто это вот история с теми деньгами, что вернулись у утиль сбора. Там цифра в районе 100 миллиардов тенге. Что как раз таки направили на эту схему получить авто в кредит на 7 лет со ставкой в 4%. Очень привлекательная история, учитывая какие сейчас проценты в банках. И да, в принципе ставка ниже инфляции. Это что-то совсем вот приятное. Было много анонсов, инструкций, публикаций в сетях. И вот 6 февраля, когда программа стартовала, все закончилось за 18 секунд. Лимит по деньгам был достигнут, меньше 800 человек успели зарегистрироваться. В первую минуту сайде нужно было подать заявку, посетило больше 100 тысяч человек. Следующий этап аттракционной невидимой щедрости пройдет в марте, и там около 100 человек тоже должны успеть зарегаться. Остальные будут ждать своей очереди в апреле, в мае и так далее. Мы считали у себя, что удовлетворение всех, кто зашел и попытался успеть оформить заявку в первую минуту, потребуется больше 100 лет. И вот после этого начался скандал с продолжением программы 7 2025, жилищная программа, которую решили продлить, но тоже с ограничениями. Теперь один казнанец может воспользоваться ей только один раз, и да, сумма тоже ограничена на всю страну. Поэтому люди с ночи занимали очереди в отделениях в банках, и большинство не успело. Какой вроде бы логичный вывод напрашивается? Государство должно увеличить сумму, направленную на льготное автокредитование на программу 7.2025. С одной стороны, да, с другой стороны, мне подсказали, что, возможно, ажиотаж информационный вокруг программ был создан не случайно. И да, он может быть лоббируется конечными бенефициарами этого льготного государственного бабла. Что это значит? Моих мозгов не очень хватает, поэтому мы позвали Эльдара Шамсудинова, вы его знаете, это экономист-аналитик, и на днях, я надеюсь, он обо всем расскажет. Ну и под занавес про выборы. Про какой вопрос я говорил? Каждый выбор в Казахстане, ну как минимум с 2019 года, сопровождается ключевым что ли спором, как к ним относиться. Если сильно утрировать, есть тут два лагеря. Первый считает, что при нынешней автократии, а в системе государственной власти после ухода Назарбаева поменялось не сильно много, так вот при автократии любые выборы это срежиссированный цирк. И любое участие, будто в качестве избирателей, тем более в качестве кандидата на любом уровне, это подыгрывание власти, по принципу обмануть меня несложно, я и сам обманываться рад участвуем, значит, придаем этому процессу дополнительной легитимности, которая нужна, ну, разве что для международного сообщества. А вторые считают, что нет, ну, во-первых, какие-никакие, но все-таки изменения есть при Тукаеве, пусть медленные, пусть со скрипом, пусть в усеченном режиме, но есть. И да, раз появляются любые лазейки, форточки возможностей, в них нужно лезть, чтобы пинать систему, заставлять ее шевелиться. Лучше сделать что-нибудь, баллотироваться, голосовать, наблюдать, сигнализировать о нарушениях и так далее, чем просто устраивать бойкот, пассивный или активный, который никто не заметит. Ну давайте честно, подобные призывы в последние годы, ну к чему-то серьезному не Привели. Так вот, у меня какое-то пограничное, что ли, состояние. С одной стороны, да, инструментарий, который предлагает власть, мне лично кажется скорее декоративным. Система останется суперпрезидентской, и вполне себе автократичной после выборов, даже если каким-то чудом парламент или маслихаты пробьются относительно независимые самовыдвиженцы. С другой стороны, если пробьются, за этим будет ну, интересно наблюдать. У них будет трибуны, какой-никакой шум они смогут поднять, наверное. Так вот, помогите определиться, что ли, как вы думаете, стоит ли включаться в разбор программ предвыборных, разбор кандидатов, интервью с ними или нет. Запросы от отдельных людей партии уже поступают, и Наверное, сразу нужно озвучить, что для гибки площадку я в любом случае не дам и денег точно ни за что не возьму, но интервью может быть. В общем, буду читать комментарии в этот раз особенно внимательно. Про продажность агентов ГУСДЕ, по карды и прочих обязательно пишите. Но и да, напишите, что думаете по этой моей душе и ё... в целом. Все мне на сегодня. Подписывайтесь. Всем спасибо. Всем пока.